несколько минут смеялась и очень удивилась, что на этого героя вообще делают косплей. И вообще действительно удивительно, что такую игру, такого персонажа вообще помнят. Вот если здесь есть опытные геймеры, кто там, не знаю, играет еще с начала 90-х, ну или хотя бы с начала нулевых, возможно, тогда меня поймут. Встречаем главного героя игры. Гольман в поисках утраченного искусства. Сам Гольман собственной персоной. Да где же этот артефакт? Ядрить его в корень. Это Гольман. Он стреляет белой плазмой. Это Гольман. Повергает шок по разумам. Это Гольман. Ходит, бродит по воде. Это Гольман. Не оставит нас в беде. Это Гольман. Друзья, если вы никогда не играли в игру Гольман, обязательно ознакомьтесь, попробуйте.